Медали, выпущенные к юбилею Василия Шукшина на Алтае, отправились в Москву. Ими наградили президента Академии российской литературы Леонида Ханбекова и народного артиста России Сергея Никоненко. Медали вручили на презентации журнала «Бийский вестник» в Москве, в здании Международного общества писательских союзов. Награду учредили в прошлом году, к 85-летию Василия Шукшина. Эту медаль вручат людям, которые внесли большой вклад в культуру, искусство, литературу и изучение творческого наследия Василия Макаровича. Среди обладателей уже губернатор Алтайского края Александр Карлин, вдова писателя, актера и режиссера Лидия Федосеева-Шукшина, писатель Валентин Распутин, актер Леонид Куравлев и многие другие.